Так, ребята, у меня сторож приписался, да? Как тебя звать, дружок? Лежит? Ну, видите ли, какие у меня стойки новые. Я теперь колокольчик не снимаю, а сразу подсекаю. Ну, как-то так. Ну, просветет, я еще покажу вам. Видали, какая установочка? Да. Вот. 1,5 метра телескоп выставляется. Здесь я колокольчик снизу цепляю. И уже дальше идет удилище. Красота. Ну. Вот так. Сегодня мы проверим. Так, что у нас тут уже подсело? Клюет и клюет. Ну. Что-то не вижу ничего. Ну, хорошо заряженная, да, у меня штучка. Латвичка, наверное. Латвичка. Это подлещик. Этого мы отпускаем. Ну, но он на прикормку пришел. И это радует. Так, клевочка. О, вот это уже на леща похож. Ну, более-менее. Сопротивляется. Но небольшой. Но здоровенький. Ну, как вам. Ребята, видите, как у меня стойки стоят? Теперь колокольчик я уже не снимаю. Ну, все уже. Своим чередом идет. Да, кто там у нас пожаловал? Это такое. Опа. Опа. Лечь. А? Красотуля. Ну. Так, о, видно, вторую сразу клюет. Да. Тихо. Ну, чего ты? Все пойдет Игорю без улов. Так, и тут у меня на эту придет. Ну-ка, я уже не успеваю, ребята. Ну, давайте посмотрим, кто тут у нас пожаловал. Ну, как-то так. Сопротивляется. Ну. Ну, подхват пока что не беру. Вытаскиваю этих своим ходом.
Хотя с подхватом проблема. Так, что-то есть там. Ну, что-то мелкое. О, сопротивляется. Ну. Так. Подлещик, наверное. О, этот мелкий. И далее этого мы отпустим. Так. Тихо. Все. Так, тянем, потянем, уже крупняк уже должен подойти, сколько можно ждать его. Ну, что-то ведет по сторонам. О, жесть. Ну, так, сопротивляется, вообще никто не сопротивлялся. О, сопротивляется. Так, 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 так. Опа, домики. Хорошенький, но не самый крупный. Будем считать эти разведчики. Ну, вот так. О. И далее. Эй, о. Красавец, мужчина. Так, клёвочка. Долгожданная. Прикормки насыпаны немерено. Что-то они выбирают, что ли, что им покушать. Что я там тяну? Ничего не тяну. Не, вроде тяну. Это мелочь пиздатая. Крупняка давайте. А эти... Может, это разведчики? Да. О. Далее. Да. Мелкий. Тихо. Тихо отпускаю. Так, подкрались. О, наконец-то что-то клюнуло. Наш, похоже, сопротивляется нормально. Блещик. Я думаю, что крупные подойдут. Все-таки надо выждать момент. Ну. А сейчас как срабатывает моя постоечка. Ну. Да. О, в разные стороны ведет. Ну. А, это красноперы. Ну, давайте я вам продемонстрирую, какая красноперка шикарная. И далее. Ну, как-то так. Подсекаем. И что мы видим? Крупничок подвалил, да? Ну, тяжем, тяжесть тянем.
Ну, сейчас мы извлечем тебя, дорогуша. Ну, видели, как у меня стоечка отрабатывает? Только поднял и все. Не надо там время тратить на бубенчики. Они у меня капитально привязаны. На стяжки посадил. О, там хорошенький. Что-то идет как-то странно. Непонятно. А, наверное, забагрился. Опа. Опа, опа, опа. Опа. О, там сразу берет. Ну-ка, на вторую. Какая-то стая подловила, чешо. Ну, ничего не чувствую. Ну. Красота в прямом эфире. Сейчас мы тебя извлечем. О, подхватик у меня занят. Ну, как-то так. Что-то брекается, то, наверное, плотва, что-то мелкое. Ну. Ой-ой-ой, ай-яй-яй. Спокойствие, только спокойствие. Ну. Ну, что это у нас? Маленький. Да. Маленький подлещик. Сейчас мы его отпустим. А того заберем. О. Ну, красотень ты какая. Ну. Тихо. О. Видали? О. Красивый. Красивый. Туда его. Так, попарися, попарися. Что ты там? Мелкая. Ну, эти мелкие, да. Ну, без них никак нельзя. Где мелкие, там и крупные. Да. О, хорошо идет. Как на лыжах, там уже плотвичка. Не плотвичка. Ну. Беги. Так. Только забросил. Там какая-то мелочь подошла на прикормку и долбит ее. Так, сейчас я ее даже увижу, что это такое. Что-то идет, что-то идет. Подлещик, не? Если подлещик, то надо что-то менять. Какой-то мелкий подлещик. Да. И что ты будешь делать? Вот такие и клюют. Тихо. Ща. Гляди. Так, так, так. О, вот этот уже похож на кабана какого-то. Самое интересное, что крупные вот именно на правую клевали. А там вся мелочь на левую берет. Так, что это у меня всплыло. Наверное, мелкие тоже. Ну, ускорим процесс. Мелкие, там и крупные должны быть.
Да. Ребята, отсекаем. О, наконец-то. Что-то усыпилось. Долго ждать пришлось. Все люди поуходили. А у меня только клёв начался. Что ты там сопротивляешься? О! Запутался. Запутался. Я думал, что крупнее. Тут мелкий. А, плотва. О. И далее, какая красотуля. Ну, как-то так. Так, ребята, а вот мой уловчик. И далее, красноперка, плотва вернее. Пардон, это плотва. Он лещ какой здоровый. Подлещики два штуки. Но не густо, но и не пусто. Как-то так.